неоднократно уже пришлось на эту тему отвечать. Я еще раз хочу пояснить, что никоим образом данный закон не ущемляет интерес граждан, в том числе иностранных, ни спортсменов, ни участников, ни организаторов, ни тех людей, которые приедут и приезжают в Россию. Мы хотим оградить своих детей, у которых еще не сформировалась психика, не установилась, от пропаганды, наркомании, пьянства и нетрадиционных сексуальных отношений. Мы хотим, чтобы когда они станут взрослыми людьми, чтобы они сами определялись. Вот на что направлен закон.